Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Версия игры у нас, как обычно, 0.3.0.3.16. Значит, версия 0.3.0.3.16 и старую версию 13.04.14 можете скачать под видео на канале в группе в разделе ссылок. Также можете скачать программы для записи видео. Это все будет в разделе ссылок Bandicam и Beryl Action. Ссылочку на партнерскую программу, кто создает канал, хочет монетизировать видео. Также на Photoshop, на 3D Max 10 года на русском языке, на различные полигоны. Все, ребята, все это найдете в группе в разделе ссылки справа. Сегодня, значит, у нас мы поедем опять же приватный мод от Сергея Пасечника, автор мода. Значит, поедем на Урале Аллигаторе. Мы поедем на полигоне Виторгана 5.3 бат М. Все это, ребята, опять же, все ссылочки на все полигоны, на все, все найдете, ребята, в разделе сейчас перегрузимся. Вот, друзья, перегрузились. Находимся на полигончике. Ночь, день. И создаем автомобиль. Так. Аллигатор. Сейчас как бы не пошел у меня конфликт между ним и аллигатором, который у меня загружен в стиме, ребята. Опять же, проблема загрузки стима, да? Так, глушак. Давайте, ребята, да, посмотрим. Значит, утилитка, защита. Запаски наверх ставятся, 300 очков, как бы не буду уже даже говорить, что там, сколько, 200, 300, 500, да, тут они, видите, пересекаются, надо, ребята, просто делать обзоры на не воркшоповские файлы, а то и воркшоповские такие, надо на исходники. Потому что тут получается по два варианта и защиты, и всего остального. Давайте посмотрим, ребята, по колесикам. Значит, вот такие у нас большие колеса получаются. Внедорожный. Ух, вообще. Ладно, давайте поставим дефолт. Так, трактор. Присутствует у нас трактор. Тащит он. Навигатор, трейлер, да, присутствует. Что-то зависли, вообще залипли. Ага. Трейлер, да, ух ты. Прикольно, что нужно. Навигатор, трактор, я что поставил? Не то, что трактор. Давайте поставим этот. Ну да, видите, они пересекаются. Свой звук, ребята, он присутствует. Свет не буду включать, у Сереги тут стоит. Значит, когда включаешь свет, играет музыка. Выключаешь свет, по новой включаешь, включается новый трек. Анимашки нет, но видон прикольный, салон офигенный. Вася у нас тут сидит, кепку поправляет, значит, все как положено. То есть так у нас присутствует трейлер. Ребята, пересекаются аддоны сейчас, да? Надо все еще раз повторяюще удалять. Самое интересное, смотрите, в конце видео скажу. Для тех, кому интересно.
Я думаю, что люди не пожалеют и потом будут очень долго радоваться. Так, вот, значит, у нас получается такой Урал-аллигатор. Давайте сильно заморачиваться не буду по данному моду. Сейчас снимем мы, где аллигатор, мы сцепку, трактор поставили, да, поставим утилитку, ремонтные части, 1200 очков у нас несут, да, и прогоним тупо по полигону, свет включать не буду, еще раз повторюсь, при включении света играет музыка, выключение, снова очередное включение, у нас будет меняться трек. Сделаем скрин, конечно же, не без этого. Чуть назад бы его, блин, тащить. А вот. Давайте делаем скрин. Присутствует анимашка, видите, ступенек, брызговичков, подвесочка изумительная. Мне бы только, блин, свет не включить, а то вообще машина просто летит. Военная техника такая получается у нас, значит, у Сереги. Еще раз повторю, что ссылочка на автора мода Сергей Пасечник будет под видео на канале и в группе, и в разделе товаров, ребята, все это найдете. Все это будет присутствовать там. Машинка вообще ведет себя адекватно. Подвесочка просто супер. Мод, как обычно, отличный. В ближайшее время еще про... сделали. Оу, японский, мама, а. Вот это вот так всегда я могу, ребята, могу как всегда уронить машинку. Давайте ставить аллигатор на колеса. Давай, давай, брат, поднимайся. Что-то я вообще протабанил всю эту суть поездки. Давай, брателла, тащи, тащи его сюда. Ничего. Что это за обзор без ДТП? Реально, ребята, свет не буду включать. Реально, музыка прикольная играет. Треки переключаются с каждым включением света. Офигенный такой камуфлированный получился у Сереги Урал аллигатор. Машина скоростная, тяжелая военная техника, скажем так, да? Ух-ух. Ой-ой. Просто не машина, а танк на колесах какой-то. Такие симпатичные зелененькие стекла у него, видите, брендированные стоят. Всем, ребята, еще раз повторюсь, что данный мод — это автор Сергей Пасечник. Ссылочка на автора для приобретения данного приватного мода, значит, будет под видео на канале и в группе, и в разделе товаров вы найдете, ребята, данную машинку. Присутствует, значит, музыкальное оформление, то есть играет магнитола. При включении света, при выключении и включении меняется трек.
Сейчас мы просто, ребят, проедем на данном автомобиле. Свет включать не буду, потому что YouTube начнет блочить. За музон все пачкается, ребята, отлично. Тачка просто зверюга. Все моды от Сереги мне вообще просто супер нравятся. С удовольствием их обзорю и в дальнейшем потом катаюсь на них, как бы многие обращали внимание, что катаю полигоны иной раз, там какие-то карты, как вот на Урале, на Урале полярники от Сереги, да, как бы тоже гонял, даже для себя его слегонца там доработал. Еще раз повторюсь по поводу приобретения данного автомобиля. Ссылочка будет реально сделана на автора, на Сергея Пасечника. Все вопросы по поводу приобретения к Сереге. Тачка зверь. Анимашки ступенек, смотрите, блин, болтаются, ух, видно, не видно, блин, не знаю, сейчас разобью опять тачку, вон, болтается ступенечка, брызговички и все как положено. Вообще он просто едет, независимая подвеска, ребята, стоит на машине, просто проглатывает все эти неровности. По большому счету просто глотает их. Смотрите, он едет как лимузин. Скорость у него бешеная просто для данного тяжелого грузового мода военного такого. Просто на ура тащит. А, просто Серега молодчага. Все моды от него прикольные, обалденные получаются. Всегда предоставляет для обзора. Скоро выйдет еще у Сереги для редактора модов пак объектов различных. Будет отдельный пак домов, техники. Ребята, то есть мостов определенных. Тут мы сидели, колупались не одну ночь, скажем так, дербанили там все, что можно, Серега делал. Чуть ли не сутками сидели. Выбирали. Так что скоро это тоже все, ребята, будет появиться в общем доступе. Значит, кроме Урала, естественно, Урала аллигатора. Скоро Сергей сделает у себя канал свой. Опять же, и группу. И, ребята, все это будете лицезреть, скажем так, из первых уст, первоисточника сразу от Сереги. Так что заранее предупреждаю, проходите по ссылке. Я думаю, что информация у Сереги будет по поводу его канала, его группы. Естественно, я прорекламирую, ребята, все это дело, и группу, и канал. Все это можно будет лицезреть в ближайшее время. Я думаю, что Серега, как только закончит тут доделывать определенные моды там, которые у него пока идут в разработке, да, и Серега выложит на канал и в свою группу уже с
своей информации, все будете узнавать от первоисточника, скажем так. Данный мод Урал Аллигатор вообще просто радует сумасшедшим образом. Обалденная военная техника, скажем, я думаю, что она в принципе не будет лишней в данной игре. Такой мощный, быстрый, скоростной автомобиль Урал Аллигатор. Причем, Серега, это Урал все практически единственное название, по-моему, немножко поменял с реальных моделей. Данных автомобилей. Мод вообще обалденный. Сейчас он вот эти ямы, наверное, все просто проглотит. Сейчас мы на понижайке идем. Подвесочка гуляет на ура. Я думаю, что Серега тут еще допилит наверняка, кто будет покупать данный мод, приобретать. Значит, допилит еще и аддоны. Все это, ребята, естественно, будете узнавать реально от Сереги. Ссылочка будет на Серегу под видео на канале и в группе. Данный мододел просто меня всегда радует своими моделями. Обалденные аппараты получаются. Думаю, что в ближайшее время мы еще продемонстрируем, как бы я лично продемонстрирую, сделаю, запишу не одно видео на данные моды от Сереги. Ссылочку найдете под видео на канале и в группе, как обычно. Да, давайте попробуем сейчас тут. Ах ты, ё-моё, не зашел. Сейчас мы, ребята, скатимся и на повышайке давайте по диагонали попробуем. Опа, сейчас я его уроню, мать его, идти. Да что ты будешь делать? Это, блин, вообще невезуха. Ладно, сейчас мы его поставим на колеса, не переживайте, это мой косяк. Я тупанул. Сейчас мы его кувыркнем тут и поставим на ролики. Точек зацепа, ребята, миллион. Ха, можно тут его как хочешь кувыркать. Чем больше точек, как говорится, тем лучше. Видите, вообще без проблем он все ставится. Сейчас я, блин, да это уже мой косяк. Да и вот опять вот я чуть не допустил данную ошибку. По диагонали хотел его загнать. Давай-ка, дружбан, назад. Так и хочется, вот, ребята, свет включить, чтобы музыка поиграла, потому что когда я катался, ну, не для записи. Кажется, с музоном вообще офигенно едет он там. Стопэ, дружбан. Стопэ. Все, мы, ребята, забрались без проблем. Не, подвеска независимая вообще великолепно играет. Все, видите, всего лишь проваливается как надо. Вот, видите, сделал полигон специально для таких машин, такие четырехосные. Смотрите, он проглатывает вот эти бугры, на пузо не садится, то есть дополнительная ось позволяет тут. Вся подвесочка, смотрите, просто изумительно играет.
Сейчас зайдем сюда. Еще раз подвесочку тряханем. Все колесики, это независимая подвеска, играют отдельно друг от друга. Ну, останавливаться не буду, а как обычно, я думаю, что по лобовое стекло, наверное, да, у нас начинает, да, урон прилетать. Опс, стоп, эй, братан, куда поехал? Ё-моё, черепушка, кстати, можете, ребят, тоже скачать в группе. Будет ссылочка. По поводу будет присутствовать видео. Найдете на канале, как устанавливать. Все, в принципе, играет изумительно в мультиплеере. Выскакивает ошибочка, да, но... Без проблем все это все работает, ничего потом в дальнейшем мне не мешает. Нажимаете ОК, пачкается он все отличненько, смотрите. Просто я, блин, как всегда удивлен и как всегда рад. Обалденный супер мод, ребята, глотает все эти неровности. Бумс, слегонца бабахнулся. Давайте сделаем скрин еще здесь. У бата, на фоне бата, скажем так. Чик. Так, вот давайте щелкнем. Все, есть. Давайте еще выйдем на асфальт. Ссылочка на асфальт тоже, ребята, будет скоро выложена. На данный асфальт это я в фотошопе слегонцушечки, скажем так, пиланул. Давайте включаем информацию о состоянии. .42, .43, .44, просто самолет, а не машина. .46, .47. Вау! Вот такой, ребята, у Сереги получился офигенный мод. Брызгульки даже сзади там, смотрите, болтаются брызговички там у него как положено. Дальше я не буду в состоянии проверять. Для всех любителей Серегиных, скажем так, цветульки все подавили, блин. Вот такой давайте скрин сделаем. Ну, давай, Вася, уже смотри сюда быстрее. Сейчас будет самая интересная информация. Значит, вот, ребята, такой обалденный Урал-аллигатор от Сергея Пасечника. Ничего лишнего, все нужное, все как положено, пачкается, болтается, все, независимая подвесочка, текстурочки, все отлично, просто мод обалденный. Ребята, ссылочка будет на автора мода по поводу приобретения данного Урала-аллигатора. Значит, будет прям реальная ссылочка на Серегу. Прям заходите по ней и с Серегой общайтесь по поводу приобретения данного мода. Значит, и еще дополнительная информация, о которой я говорил, что будет интересная. По истечении, как наберется у меня на канале подписчиков 1000 человек, будет разыграна лицензионная Steam-игра Spintires. Так что, ребята, будьте активнее в группе, будьте активнее на канале, делайте репосты. Опять же, делитесь видео с моего канала. И все это будет разыграно, как наберется на канале 1000 человек. Так что, ребята, всем удачки, всем пока.
Скоро у Сереги появится свой канал, своя группа. Опять же, мониторьте, все это будет прорекламировано у меня на канале и в группе. Так что, ребята, с вами был, как обычно, Драйвер 51 Рус. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. И я думаю, что все самое интересное вы сможете найти у меня на канале и в группе. Плюс я буду делать какие-то очередные доработочки с Павлом Каблуковым. Будем мониторить. Возможно, появятся очередные там приватные или просто моды, которые мы будем дорабатывать. Так что всем удачки, всем пока. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачи!